Почему мат всегда смешно от старого человека? Почему мат всегда смешно? Отъебись, потом расскажу. Ничего не меняется. Блять, я двигал пуснок, ничего не меняется. Я что, на выборах, что ли? Вообще ничего не работает. Где мое право выбора? Жизнь у нас не великолепная и даже не хорошая. Пока мы живем терпимо. О чем я? Мы в дерьме. Мы в дерьме. Российское посольство протестует отнюдь не только потому, что это сын члена Государственной Думы. Какого размера глаза? Они тоже по размерам? Наверное, XS. Ну-ка, давай померим. Ну, короче, как твой хуй. Ты можешь привлечь внимание? Например, мое. Эмили, мы не должны, но я не могу стоять, так что... Давай только в жопу. Не хочу залететь в зомби-апокалипсис. Ну, давай. Ты попкорн ела? А что, колется? Господи. Да ты, блядь, не издеваешься? Вот черт. Не так много времени, но успеем мы его принять. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, любимое радио. Добрый, добрый. О чем вы нам хотите поведать, только не очень долго? Но я постараюсь побыстрее уложиться. Я бы хотел рассказать про Софию Ковалевскую, этого легендарного математика, который заложил прообраз компьютера нашего современного. Угу. Но еще вот я сейчас смотрю на вас видеотрансляции июля и просто драчу и кончаю. О как. Ну, бывает и такое. Вот. Хотя, что касается Софьи Ковалевской, то здесь... Ребята, ситуация полный пиздец. Американцы реально поверили, что у нас есть ядерные оружие. Мы так хорошо сгли фейерверки на берегу, что они подумали, что мы реально можем взять лакету и ебануть по Калифорнии. Вот, и теперь мы в полной изоляции. Я звонил даже Путину. Путин сказал, сами довыебывались. Узнайте, что это значит. Сами довыебывались. Так, генерал Чхенчхо, давай, рассказывай мне. Вот наплемел. По нам ударили лакетой. У нас есть какая-нибудь лакета, чтобы ответить? Нет, у нас есть 30 тысяч людей, которые могут выстроиться в лакету. Нам полный пиздец. I'm Tyrone, and fuck this smoking shit. What the fuck you gonna do, huh? You Tupac Shakur looking motherfucker. What's up? I'm Tyrone, and fuck this fake ass Will Smith. Bruh. Fuck this cancer shit. I'm Tyrone. Fuck this Rico Suave looking motherfucker. And fuck that cancer shit, man. You man, this guy just knocked a cigarette off my hand. The fuck you gonna do, you fake ass Lloyd Banks? I'm Tyrone. And fuck this restless sniper looking motherfucker. I'm here to fuck your wife wrong, big stuff. Oh shit. Yo, yo, yo. I'm Tyrone. And fuck this DMX looking motherfucker. Focus, motherfucker. Man, what the fuck wrong with you, man? Man, I'm trying to save your goddamn life. Don't worry about my motherfucking life. Hey, Nuva! What's up wrong with you? И в завершении сегодняшней программы, в конце минувшей недели, я вам обещал рассказать исключительно в цифрах и фактах о том, какая суточная потребительская корзина у российского гражданина. Ее параметры, напомню, определяет Кабинет министров, как и, например, у отдельных животных Московского зоопарка. Итак, в Московском зоопарке, это официальные данные, стоимость суточного рациона ежика 84 рубля, ослика 87 рублей. Суточная потребительская корзина гражданина России, согласно постановлению правительства России, 86 рублей. Так что уже не ежик, но еще не острый. А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! It's blue! It's blue! Yes! Come on! Who is it? No, that's a... I swear that's a Portugal flag. That's a fucking Portugal... Oh my God! Oh my God! No! Oh shit! Oh shit! Oh God! Oh no, 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 no. No, 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 no. Fuck. Oh, shit. No, 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 no.